сегодня как бы торжественное событие, для нас уже рядовое. Мы каждый месяц подключаем одно-два ТП для развития нашей схемы электроснабжения, для подключения новых абонентов. Вот сегодня в рамках технологического присоединения включается жилой дом, отреставрированный, отремонтированный, Льва Толстого, 58. От этой трансформаторной подстанции будет еще, мы потом переключим, и ближайшие дома, которые здесь расположены, чтобы у них было более надежное, качественное электроснабжение. Останется нам еще потом земля усадится, сделать здесь благоустройство, планировочку небольшую, даже цветочки посадим, чтобы жители маловались, дорожки восстановим. Но сегодня мы старались, выходили в выходные дни, работали, чтобы успеть до 1 мая жителям, новоселам этого дома сделать подарок, чтобы у них была 1 мая уже они встретились с электроэнергией. Я надеюсь, что пробно мы уже включали, все хорошо, надеюсь, что через 5 минут мы торжественно его включим. Ну а право разрезать символическую ленточку предоставляется первому заместителю главы администрации Сергею Шимко, нашему мастеру Андрею Пороскуну, которому трудом его бригада это все построено. Ну и самому молодому работнику, который здесь работал первое, как бы традиционно. Вот такое право. Чтобы это было не последнее ТП в нашей жизни. Все. Прошу. По кусочку на память, если что, я потом еще принесу. Хорошо. Ну давай, Андрюш. Стрелочки, что там. Ну, надо посмотреть, держи. Нужно сразу посмотреть. Для нас каждая такая трансформаторная подстанция, это как спуск, ну, небольшого корабля. Это чтобы она хорошо работала. Покажи, чтобы дурных вопросов никого не было. Все детство.